Газета за два пончика? От принца здесь стало совсем жарко. Скажи, что это у него с волосами? Билли себя приглашают как стилистов на свадьбу принца за 50 тысяч долларов. Это хрустальная туфелька, но в баксах. Я вижу замок. Добро пожаловать в Лаванию. Позвольте представить, Томас, принц Лавании. Я Изи, со 183-й улицы. Ты так молод, и ты влюблен. Давайте же. Я ведь едва знаю эту Лорен. Это обычный брак по расчету. Что вы здесь делаете? Ну, я хотел пойти с вами. Томас? Вы могли бы показать мне нормальную жизнь. За нами едет лимузин. Раз, два, три, стоп! А если побежим? Давайте проверим. Давай, давай! Почему просто парикмахер? Просто? Слушай, я так хочу взяться за что-то новое. Ножницы! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Мы пашем, а вы кое с кем флиртуете. Я не флиртую с принцем Томасом. У тебя такой взгляд? Какой взгляд? Вот такой. Вы готовы ко взрыву мозга? Немедленно приведите к нам принца. Пожалуйста, останься.